Друзья, всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы в магазине Fix Price в городе Ростов-на-Дону на Шолохово на старом автовокзале. Только что вывезли огромное количество коробок, которые мы с вами вместе будем открывать и смотреть, что там привезли. И первое, что мы с вами посмотрим, вот здесь как раз в коробке, это складной дуршлаг. А если точнее, складной ковш. Объем его 1,3 литра. Для тех, кто ценит порядок в доме, компактное хранение – это отличное решение. Кстати, вот здесь как раз на картинке икеевская сушилка. И все икеевские тарелки. Состав – полипропилен и термопластичная резина. Дуршлаг легкий, изготовлен из качественного пластика. Быстро расправляется и легко собирается. Когда увидела все варианты, очень расстроилась, потому что хотелось бы в нежных оттенках, а здесь очень яркие цвета. Красный, сиреневый и ярко-зеленый. На мой взгляд, намного лучше выглядели бы светло-серый или бежевый цвет. А купить такой ковшик в магазине Fix Price можно за 79 рублей. И появились подносы из флористической коллекции. Вот здесь в коробке что-то похожее на мисочки. Марка Архимед, объем 1 литр. Пластик очень тонкий, легко сгибается, подойдет для пищевых продуктов. Миски также в трех разных ярких оттенках, цена 27,50. Смотрим с вами следующую коробочку, здесь какие-то чудеса. Как вы думаете, что это? Пишите сразу в комментариях. А это что-то, это бутылочка складная 500 мл. Имеет герметичную крышку, удобный карабин для подвески и широкое устойчивое дно. Силикон выдерживает температуру до 220 градусов, а пластик до 100. Состав силикон, полипропилен и алюминий. Пустая бутылка не займет много места, можно ее брать с собой или подвесить на сумку за карабин. И носить такую бутылочку легко на учебу, на работу или на прогулку. Бутылочки можно купить в трех разных расцветках. Цена 249 рублей. Снова привезли коврики для выпечки. Они силиконовые, размер 40 на 30 сантиметров. Изготовлен он из силикона и стекловолокна. Такой материал выдерживает температуру до 230 градусов. Не впитывает запахи и легко моется. Коврики стоят 149 рублей. И смотрите, что еще привезли. Это складная воронка. Предназначена для переливания холодных горячих жидкостей, пересыпания соли, сахара и сыпучих продуктов. Подходит для емкостей с различным диаметром горлышка, не занимает много места при хранении. Легко складывается и не впитывает запахи. Можно мыть в посудомоечной машине, не рекомендуется использовать абразивные чистящие материалы. Три цвета на выбор, цена 49,50. Следующая новинка тоже спряталась в коробке. Это миска, а точнее салатник. Объем 675 мл, изготовлен из полипропилена и пшеничной соломы. Что-то мне подсказывает, что рисунки точно такие же, как и на подносах. Изготовлены из плотного пластика. Рисунок в виде вот таких мелких крапинок, а с другой стороны 4 разных варианта. Стоят они 55 рублей. И вот здесь в коробке что-то такое маленькое и красивое. Это соусница с ручкой. Изготовлена она из полипропилена и пшеничной соломы. Только на этот раз она глянцевая. Такая привлекательная, миниатюрная и аккуратно изготовлена. Есть в нескольких цветах. О, смотрите, еще бывает вот в такой форме листика. Смотрите, какие они милые. Вот эти нежные оттенки мне уже нравятся больше. 4 варианта, цена 19,80. Как вы думаете, для чего еще подойдут такие соусницы? Мне приходится открывать самой коробки, чтобы скорее показать вам новинки.
Следующий товар – это контейнер складной от марки Kitchen. Практичен, удобен для хранения, просто использования, в сложенном виде занимает меньше места. Объем 800 мл. Можно разогревать в микроволновке, можно хранить в холодильнике и также мыть в посудомоечной машине. Только обязательно с открытым клапаном крышки. Состав – силикон и полипропилен. Изготовлен он в Китае. Также в наличии три разных варианта цвета. Сиреневый и вот такой ярко-красный. Сверху на крышке силиконовый клапан, который нужно немножко приоткрывать, поднимать или опускать. На крышке также находятся 4 защелки. Огромный плюс то, что на крышке есть силиконовое кольцо, почти прозрачное, белого цвета. А так выглядит сам контейнер. Сверху плотное кольцо из полипропилена, все остальное силикон, который в принципе хорошо держит форму. Раньше такие контейнеры приходили прямоугольной формы, в этот раз круглые. Закрывается крышка герметично, воздух не выходит, думаю, что жидкости тоже можно с легкостью переносить. Выдерживает температуру 220 градусов. А здесь в коробке подставка под горячая складная. Она в 4 разных вариантах. И выглядит довольно стильно, качество мне очень понравилось. Выдерживает температурный режим до 120 градусов. Пластиковые части подвижные, разворачиваются на 360 градусов. Так увеличивается поверхность и будет возможно поставить больший размер сковородки или кастрюли. В этой коробке венчики с красивыми матовыми ручками. Длина 25 сантиметров, изготовлен из металла. Нержавеющая сталь и термопластичная резина. Цвет ручек в 3 разных оттенках. Вау, смотрите, что я нашла. Это формы для мороженого. Они тоже складные. Да в каких красивых коробочках. Можно приготовить вот такие яркие холодные десерты. Такую форму легко мыть. В сложенном виде не занимает много места. Материал устойчивый к низким температурам. Так они еще разной формы. Есть треугольничками, а есть кругами. Горячее заливать тоже можно. Выдерживать температуру 220 градусов. А закрывается вот такой крышкой. Тоже удобно и отлично подойдет для заливного. Цена таких формочек 149 рублей. Формы также в 3 разных цветах. У меня к вам вопрос, удобно ли потом будет доставать готовые десерты из этих ячеек. Теперь давайте посмотрим новинки в отделе красоты. Вот такие новинки разлетались в прошлом году, как горячие пирожки. Это косметический контейнер, объем его 300 мл с помпой. В нем можно хранить различные косметические средства, удобно брать с собой в поездки и в путешествия. И цена у него доступная, всего 79 рублей. Крышка раскручивается. Красивая пластиковая крышечка и дозатор-распылитель. Цена такого флакончика 79 рублей. Второй вариант побольше объемом. Здесь 50 мл и система насос. В стекле косметические средства будут долго сохранять свои свойства. Можно взять даже небольшой объем. Флакончики изготовлены в одном стиле. Цена 79 рублей. Покажу вам еще весь ассортимент напитков в банках. Напиток безалкогольный, сильно газированный, фанки, манки, кола. Знакомый вкус колы и новые крутые впечатления. Фантола Bubble Gum. Содержит лимонную кислоту. Вот такой напиток с красивым дизайном. Double Bubble Bubble Gum. Безалкогольный, сильно газированный и пастеризованный. Волчок манго-кокос. Лимон фреш с лаймом, лимоном и манго. Написано, что у него натуральный состав. Объем этих напитков 330 мл, цена 39,50. В постоянном ассортименте были вот такие напитки зеленого цвета, а сейчас синие. С маленькими мальками. Взрыв вкуса, тутти-фрутти. Этот напиток безалкогольный, не газированный, с семенами базилика. Объем 230 мл, цена 29,50. Огромный салатник объемом 2 литра, изготовлен он из фарфора.
Отлично подойдет для приготовления летних салатов. Цена 249 рублей. Вот такое вижу впервые. Это трос буксировочный, который вытягивает даже 2 тонны. Длиной он 3 метра. Смотрите, какие большие крючки. Вроде бы прочный, хорошая ширина. Простое и надежное решение при эвакуации автомобиля. Все тросы одинакового оранжевого цвета. Цена 299 рублей. И сейчас еще быстренько вам покажу несколько новинок из канцелярии. Вот такой ластик, точилка и кисточка за 59 рублей. Интересно, зачем кисточка? Выполнена в виде часов. Есть разные варианты цветов. Вот такая миленькая фигурная точилка в виде лапки. Стоит 39,50. Ого, смотрите, что привезли. Новые калькуляторы. Да какие красивые. От доктор Дупер. Судя по всему, работает от солнечного света. Есть разные варианты цветов. Цена 299 рублей. Здесь еще подается клей ПВХ, жидкая латка для ремонта ПВХ изделий. Как раз, наверное, возьму один. У меня порвался шланг. Надеюсь, заклеит. Всем огромное спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Благодарю каждого из вас за лайки и комментарии под видео. В следующем видео будет еще больше новинок. Подписывайтесь на канал. Буду рада видеть вас в следующем выпуске.